Сколько потерь? 40 000. Мы терпим поражение. Как это возможно? Сэр, чтобы прорвать линию немцев, нужен новый план. Особый план. Такой, о котором не догадывается враг. У вас есть какой-то план действий? Да, сэр. Думаю, что да. Немцы построили бункеры на глубине 10 метров под землей. Мы бросили в бой все, что было, но без результата. Вперед! Мы пророем тоннель в нейтральной полосе и взорвем их ко всем чертям. А почему мы должны это делать? Мы в этом деле не специалисты. А вот вы, да. Фильм основан на реальных событиях. Я еду туда копать. Почему ты? Им нужны те, кто умеет рыть глину. У них что, нет землекопов? Это мой долг. Моя обязанность. Твоя обязанность быть со своей семьей. Первая мировая в самом разгаре. Не думал, что вы хотите доверить ведение войны необразованным и необученным гражданским. Дайте мне 4 месяца, сэр. Вы уложитесь в срок? Не знаю. Кроме нас никто это не сделает. Под нейтральной полосой. Без нас тоннели обрушатся. Сейчас обвалится! Подоприте стены! Враг может быть где угодно. Мы проверили тоннель и услышали какой-то скрежет. Похоже, немцы тоже начали рыть. Мы не отдадим нашим врагам ни пяди земли. Уходим! Они должны работать без шума. Чтобы произвести, если все удастся, это переломит ход войны. Самый большой взрыв в истории. Я надеюсь, что никто больше не окажется в таком месте. Но для этого нужно завершить начатое. И мы единственные, кто может это сделать. Джентльмены, возможно, сегодня мы не поменяем историю, но уж точно изменим географию. Терни! Сделаем это. Война закончится. Война под землей.